Машенька. Здравствуй, умница. Здравствуй, красавица. Суп не хочешь есть? И не надо. Не надо, ты же умная девочка. Мама приготовила. Подумаешь, мама приготовила. А ты же не хочешь его есть? Правильно делаешь. Возьми его в окошко, вылей, пока мама не видела. Да, ты же умница, красавица. Петя, здравствуй. А, конфетку съел, вижу. Ротик весь в шоколадке испачкан. Не надо, не вытирай. Тебе так очень идет красиво. А Фантик где? На полу валяется. Не поднимай. Бабушка поднимет. Бабушка вот старенькая. Поднимет. И еще можешь разбросать все. Ты же умник. Хороший мальчик. Знаешь, что делать. Вот так еще чего-нибудь брось. Да, да, да. Настя. Повзрослела. Здравствуй. Куда идешь? В ванную? Зубки чистить? Не надо. Причесываться? Ни в коем случае. Ты и так хорошенькая, красивая девочка. Да. Да, да, да. Не надо. Не ходи. Не ходи. Ой, умница. Ой, красавица. Ой. Стоп, 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 стоп. Маша, ты что? Ты что, на самом деле пошла выливать суп? Вернись. Вернись. Я пошутил. Я пошутил. Я пытался вас разыграть, а еще научить тому, как не попасться в ловушку похвалы. Что это за ловушка такая? О! Ведь когда ты вдруг слышишь в свой адрес какие-то хвалебные слова, как я вот тебе, Машенька, и тебе, Петя, говорил, какой умничка, какой ты хороший, какой ты взрослый и знаешь, что делать, ты начинаешь этому человеку доверять и верить, что это так оно и есть. А за этими добрыми словами могут быть, ох, какие злые вещи спрятаны. Может быть, это какой-то злодей, нехорошее что-то задумал. Да, да, какие-то строит коварные даже планы. И может история произойти, как с нашим, вот, с Булькой, который попался на похвалу незнакомой лисы. Попался, как рыбка на крючок. А дело было так. Однажды Булька оказался на птичьем дворе. Быстро со всеми познакомился и решил, что пойдет посмотреть, что там дальше за калиткой. Отворил мордочкой калитку и увидел тропинку, которая вела в лес. Много у меня друзей, среди уток и гусей. А теперь оставлю двор, убегу я за забор. В лес отправлюсь поскорей, чтобы там найти друзей. Эй, малыш, здравствуй! Куда это ты бежишь? Здравствуйте! Я бегу в лес. Хочу подружиться со всеми, кто в нем живет. Это хорошо. А тебя самого-то как звать, величать? Меня Булькой зовут. А вы кто? Я-то? Я сорока, местная птица. Как интересно. А я думал, что все птицы на нашем птичьем дворе живут. Только они на ветке не взлетают, они по земле ходят. Да что же это за птицы? Это курица с цыплятами, утка с утятами, гусыня с гусятами и индюшка с индюшатами. Хотите, я вас с ними познакомлю? С этими птицами я уже давно знакома. Полечу, навещу друзей. Как бы и я была рада познакомиться с кем-нибудь из вашего замечательного птичьего двора. Ой, здравствуйте! А вы кто? Я лиса, самый добрый зверь на свете. А я щенок Булька. Прекрасно! Думаю, что у такого милого малыша, как ты, на птичьем дворе наверняка найдется много друзей. Ну, конечно, найдется. Там все мои друзья. А самый мой лучший друг – цыпленок Цып. Он очень веселый и храбрый. Какая прелесть! Вот бы и мне увидеть этого замечательного цыпленочка. Вы тоже хотите с ним познакомиться? Еще как хочу!
Тогда пойдемте к нам в гости. Нет, нет, на ваш двор я идти не могу. Не стесняюсь. То есть, я хотела сказать, у меня лапка болит. А что же нам тогда делать? Не знаю. Ой, а может, ты пригласишь сюда своего друга? Да, конечно, приглашу. Я скажу, что хочу познакомить его с самым добрым зверем в лесу. Отлично, отлично. Да ты просто молодец. Чудесный малыш. Хвалю, хвалю. Спасибо. Я побежал. Куда это ты так торопишься, Булька? За своим другом Цыпом. С ним хочет познакомиться самый добрый зверь в лесу. Ишь ты! И кто же ты такой, этот добрый зверь? Лиса. Она мне сама об этом сказала. Ай-яй-яй, вот ведь несчастье. Да ведь лиса известная обманщица. А цыпленка она просто решила съесть. Не может быть. Она ведь так ласково разговаривала и даже похвалила меня за то, что я хочу привести к ней своего лучшего друга. Малыш, запомни, не всякой похвале верить можно. Иная похвала хуже брани бывает. Уж поверь мне, я точно это знаю. Ой, спасибо вам, тетушка Сорока. Я это обязательно запомню и всем своим друзьям расскажу. А еще скажу им, чтобы они лису не слушали, а? И в лес не ходили. Вот какая история приключилась с нашим знакомым Булькой. Он понял, что не всякая похвала приносит радость, а бывает похвала хуже брани. И вы это хорошо запомните, ребята. Ну что ж, прощаюсь с вами. Папу с мамой слушайтесь.